вырубил себе такой вот колышек, чтобы идти и не спотыкаться об эти бревна. Надоело уже. Вот сейчас здесь его ломаю. О, не в том месте. О, с палкой теперь. Как Дед Мазай из Зайцева. Какая глубина в канаве в этой. Вода убывает, но все равно воды еще многовато. Осень, большие воды. Посмотрим, что там попало нам. Постояли они сутки. Почти, да, сутки. Утром проспал, а вечером мы вот в той серии проверяли с вами. Сейчас еще посмотрим, что там есть. Ну, тут получается губа закрытая от северного ветра. Ну, конечно, через скалы там ли ветер летит. И за счет вот этого люди здесь рыбачат. О. Так, сейчас палку здесь оставлю. Сразу же. Вот так, пускай она тут стоит. И начнем смотреть, сейчас уже темнеет. О, корюшку вижу там, нифига. Ох, что это такое? Топляк. Первая рыба. Первая рыба, корюшка обглоданная. И вот комбалёшки тут висят. Ага, есть рыбка. Корюшка обглоданная. Чайками. Все, хана ей. Ах, огурцами пахнет. Все, будем сейчас дергать рыбу. Ах ты, такая приятненькая уже. Ну вот, разрешают такую ячью ставить, только 36, самая большая ячья. Из-за этого такая рыба. Так. Есть, и там есть. Рыбка есть. По всей сетке. Это еще одна тут сетка. Там вторая. Вот так цепилась как она, а? Ты смотри. О, цепилась. Вот она. Там рыбка торчит. Здесь. О, стреляют по уткам уже. Это да, Белое море у нас уже, стрельба поперла. Вон там везде висят, тут тоже есть рыба, есть. Вот они, рыбехи висят. И тут у самого кола, ох, тоже гирляндочка. Сейчас эту отпустим, пускай приведет дедушку с бабушкой. Вот сейчас пойдет, сейчас у нас следующая сетка. Сниз приколем. Так,
О, сижок попался, что ли. Ну-ка. Да, сижок, чайка съела его голову. Нехорошая. Ох ты какая, сожрала. Обглодала его всего. Так, ух ты, сколько там было. Тут еще, да? Там. Ох, лопатина какая. Ух, лопатинка. Наверное, снимем сейчас сетку эту. А не снимем, мы сейчас повыдергиваем. С утром снимем, пускай она еще ночь поплавает с рыбой. Просто полно ее. Просто полно. Кишит это камбалы. О, сейчас темнеет. Не успеем перебрать. Выдергать, вернее. Выдергать не успеем. Надо просто снять покрупнее экземпляры вот такие. О. Сигов посмотреть, еще больше там не попалось. А остальное на завтра, на утро оставить. О. Вон же сколько рыбы. Уже темнеет. Плыви, приведи дедушку, а эту заберем. Это крупненькая уже, жаребильная. Все, остатки сетки сейчас проверим. Что там еще есть у нас? Вот осталось чуть-чуть. А завтра уже вместе с рыбой сетку, наверное, сниму. Потому что вода уже утром будет прибывать вовсю. Вовсю будет прибывать вода. Ух, лопату. Еще лопату надо забрать. Лопаты позабираем сейчас. На сковородочку или сварит она. О, лопатки. Ну, до утра ей ничего не будет. Ничего ей не будет до утра. О, сколько тут еще. Наверное, рыбы там полно. О, сколько тут рыбы еще. Вообще нереально тут дергать. Вода-то убывает, по идее, но все равно это сколько надо. Сейчас баню надо лететь. Все, пускай. Уже подошел тут уже к концу сетки почти. Ну, дай-ка хоть еще немножко дерну. Вон они тут. На завтра оставлять. Не оставлять их. И он сами просится уже через хвост. Через хвост уже вылезают. Вот. Через хвост вылазят. Сами уже. Может, даже завтра с утра
Посмотрим, сколько там попадет. Успею так что-то выдергать. Так-то уже почти много. Много я выдернул, короче, уже нормально. Палка выручает. Ну-ка. Сколько в этот раз? Я просто по-быстренькому надергал. Думаю, до темноты хоть. Ну, пол раковины надергал. Фига. Нормально. Пол раковки надергал. И хорошо. Все, ребятушки. Подписывайтесь на канал. Это так отрежем. Ставьте лайк за такую рыбалку. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ссылка будет. Все ссылки под роликом в описании. Всем пока. Счастья вам, здоровья и детям здоровья. Самое главное.